От корейских девчонок. С вами Яна и Катя. И сегодня мы приехали в отель Ocean Blue & Sands, чтобы показать вам его после пандемии. Пойдем смотреть. Один стандартный, другой вид. Также здесь можно посидеть, отдохнуть и насладиться напитками из бара. Категория Privilege отличается от номеров стандарт тем, что находится ближе к океану. У них есть своя зона на пляже и свой бар, а также заселение происходит без очереди. Пока мы едем в наш первый номер стандарт, мы смотрим территорию, и нам очень нравится. Первое, что хочу сказать, здесь очень чисто, ухожено, зеленая территория и очень интересные домики. В наш стандартный номер. Сам отель прошел реставрацию 2 года назад. Все чистенько, уютненько. Первое, что хочу показать, это большая ванная. Дальше предоставляется сейф бесплатно. Есть отпариватель. И пойдем посмотреть саму комнату. Комната достаточно большая. Очень здесь уютно и чисто. Большая кровать, также есть диван, который раскладывается. Предоставляется мини-бар. Собственно, вот такая вот зона. Винишко, к сожалению, не бесплатное. И вот такой вот балкон. Балкон с видом на главный бассейн. И, кстати, видно еще немножко океан. Здесь такое атмосферное место, очень похоже на итальянский фильм. А теперь давайте посмотрим номер повышенной категории. Есть большой джакузи и душ. Также предоставляется сейф бесплатно. Большое зеркало. Комната побольше, чем в стандарте. Предоставляются халаты и тапочки. В стандарте, кстати, не предоставляются. Есть мини-бар. В мини-баре здесь добавили алкогольные напитки, орешки. Дальше кофе, чай. Винишко. Винишко здесь, кстати, этот. Бесплатный, бесплатный. И, собственно, сам балкон. Здесь также видно главный бассейн, и мы немножечко поближе к океану. Мы пришли в мини-клуб. Он предназначен для деток от 4 до 8 лет. И здесь они могут находиться с 9 часов утра до 12 часов дня. Потом у них перерыв до 3 часов дня. И с 3 до 5 часов вы можете проводить сюда своих деток. И для них будут проводить различные активности. Если вы любители активного отдыха, то в этом отеле для вас есть стена для скалолазания, волейбол, а также аниматоры проводят различные активности, танцы и игры. Из водных видов спорта здесь бесплатный только каяк, так что вы можете прийти на пляж и воспользоваться им. На пляже этого отеля есть удобные пиджаки и зонтики, но хотим отметить то, что пиджаки очень близко друг к другу расположены, и нам кажется, что это не очень удобно. А сейчас давайте посмотрим береговую линию. На пляже этого отеля нет водорослей, очень красивый цвет воды, но есть одно но. Какая-то труба.
когда дома я ногу. Для гостей, которые купили Privilege Club, предоставляется отдельная территория на пляже. А здесь есть очень удобные кровати. И также есть свой личный бар. La industria J Balvin. No hablar mucho. Da que beat. Siga rompiendo. Отеле 6 ресторанов а-ля-карт. Предварительная резервация не требуется. В гест-сервис можно узнать, какой из ресторанов в какой день открыт, и прийти и вкусно покушать. Сейчас мы находимся в главном буфете этого отеля. Он как для стандартных номеров, так и для номеров Privilege. Мы приятно удивлены этим рестораном. Здесь очень чисто, уютно и очень большой выбор еды. Сейчас мы находимся в игровом центре. Здесь можно поиграть бесплатно в боулинг, настольный теннис, а также в бильярд. И открыт этот клуб с 5 до 11 часов вечера. В отеле есть большой амфитеатр, где проводят вечерние шоу. Он расположен прямо рядом с ресепшн, и здесь развешено расписание, в какой день какая программа. На территории отеля есть свой личный казино, который открыт с 7 вечера до 12 часов ночи. Сюда можно прийти и поиграть в азартные игры. Ну что, обзор отеля Ocean Blue & Sand подошел к концу. Нам отель очень понравился. Здесь большая зеленая территория, новые номера, которые совсем недавно отреставрированы, приятный персонал, вкусная еда и активная анимация. Но, по нашему мнению, в этом отеле есть один существенный минус. Это пляж. А именно, потому что там расположена большая труба, которая портит вид. Но зато на этом пляже нет водорослей и больших волн. Кстати, этому отелю мы решили поставить 8 из 10 баллов и считаем, что в этом ценовом сегменте этот отель очень даже хорош. Надеемся, наше видео вам было очень полезным и интересным. Ставьте лайки, ждите новые видео и до новых встреч! Пока-пока!